И собачке большое спасибо. Она такая славная. А там внутри, там вообще кошмар. Самочувствие как у вас? Медицинской помощи нуждаетесь? Я нет, но у него это забедренный сустав. Что у вас? Это забедренный. Да ничего, у него это... Давление, сердце. Нет, все, но полежать, меня... отдохнуть, помыться. У меня давление есть, но я... Так у вас где дача здесь? Нет, мы... Дача у нас была давным-давно, лет 13-14 назад. И мы по старой памяти решили вот в этом году грибы пособирать. Ну и пособирали. Вы просто на автобусе приехали? Да. Во сколько вы зашли в лес? Во сколько мы зашли? Где-то... Ой, в этот лес? Вообще, в принципе, вошли. Вообще, мы вот на 200... Слушай, во сколько ты приехал? Да, и пошел 8, на 202-м. 8.40 да, мы приехали. 8.40 приехали. И пошли, да. Так, мы приехали сейчас в город Кемерово. Высаживаем вас в городе. Есть какие-то... пожелания, претензии, благодарность. Я хочу поблагодарить вашу команду Алексея, вас и всех остальных. Большое спасибо за то, что вы нас спасли, потому что мы очень замерзли, очень устали. Мы надеялись на вашу помощь. Дай Бог вам здоровья, что вы всегда. И собачке большое спасибо, она такая славная. И собачке большое спасибо, она такая славная.